Интересно, что там такое внутри? Не понял? Толя, ты что делаешь? Ты зачем меня фоткаешь, Толянчик? Нам вообще-то в могилу сейчас нужно спускаться, ты понимаешь? Дебил, вот дебил маленький. На, забирай, больше не надо никого фоткать, пожалуйста, Толя. Все, давай, самолет паркуй и погнали, Толь. Ок. Давай, Толянчик. Блин, ребят, короче, мы сегодня должны спуститься в эту чертову могилу. Я не знаю, что там, но нам сказали. Но я туда не хочу. А я, думаешь, хочу, что ли, Толь? Я совсем... Не, я туда тоже вообще-то не хочу. Мне вообще страшно, если честно. О, игуана здесь. Ёлы мотала, это с чем она там гоняет? В общем, ладно, Толь, нам пора. Дура, сфоткай ее на прощание. Нифига себе, это то, что ты ее обозвала. Она мне, кажется, этот катер кинула. Ладно, прощай, игуана, пока. Мы это... Пока-пока. Какая-то реально странная игуана. Ладно, Тольчик, давай спускаемся аккуратненько, только... Она-то что пошла с нами? Давай, Толь, ее зарубим, слушай. Она что-то мне, если честно, не очень нравится. А тебя ничего не смущает? А что меня должно смущать? Ну, есть такое, немножечко смущает. Давай, Толя, руби ее, нафиг она нам нужна. Другое смущать должно. Да что такое-то? Ты про что? А, то, что это странное место, и здесь мясо какое-то. Блин, реально смущает. F5. В смысле F5? Чё тебе? Это что? Это что за скутер у меня на башке, Толь? Я случайно, я что-то даже и не заметил, прикинь. Вот это ноша. А что здесь за ватафак? С каждым ходом все сложнее и сложнее. Тебя постигнет кара. Клара. Чё? Я сам ничего не понял, если честно. Какой ход нам чё, выбрать правильную дверь нужно? Ёлки-моталки. Короче, ребята, давайте так. Вы напишите, какая дверь правильная. Прямо сейчас пишите в коммент. Я даже понять пока что не могу. И на самом деле, я не хочу туда, Толянчик. Может быть, пойдем отсюда как-нибудь, а, аккуратненько. Фак. Чё такое, Тольчик? Ты идешь или нет? Давай по... Да ну нафиг. Толя, нас что, закрыли здесь, что ли? Ёлки-моталки, короче. Эники-беники, ели вареники, эники-беники. Вот эта дверь. Ладно, давай, Толь, в первую дверь пойдем. Только чур ты первый, ты же ребенок все-таки. Че, нет, прям совсем? Подожди, Толь, у меня кое-что есть для тебя. Ясу. Это чье-то имя, что ли? А, ты испугался? Я понял. Толь, короче, у меня есть для тебя кое-что. На! Все, ты точно первый. Давай. За сотку! Ок, давай, Толянчик. Это, если что, кричи, ладно? Что такое? Толь, ну что такое там? Не, вообще никак. Да, за сотку никак? Сам иди, за свою сотку. Да что, совсем все плохо, Толь. А ты понимаешь, что с каждым шагом все как бы будет хуже? Ладно, окей, давай я пойду. Страшно. Ладно. Сотку только я себе оставлю, ладно, Толечка? Ёлы-моталы, Тольчик. Я, кажется, все понял, я, кажется... Надо реально выбираться отсюда. Есть кирка какая-нибудь, есть лопата. Копаем! В натуре, надо копать. Давай, вперед! Стой, Толя. Ну, этим ты не выкопаешь. Ладно, давай аккуратненько посмотрим, что там такое. А, погоди, так это игрушка всего лишь, Толя. Ой, а тут нога чья-то. Толь, бывает, да, согласен, Толь. Капец какой-то, тихо, не пукай, пожалуйста, реально. Это, если нас услышат, нам хана. Хотя, я думаю, все и так знают, что мы здесь. О, пицца! Это зачем ты в нее пукнул-то, Толя? Ладно, давай, в общем, посмотрим. Если хочешь, ешь, только смотри, не отравись. Капец, он страшный! Вот и я о том, Толянчик, он реально страхолюдин. Фу, Толя, посмотри на эту рожу мерзкую, смотри. Это он кричит, он засал. Это ты кричишь, малявка, я же слышу твой голос, Толя. Во-во, Толь. Оу, фак. Рожа реально не очень. Согласен, ты сейчас про чё? И про кого? Толя, про него? Про... Так, Толечка... Слушай, я ж тебе сейчас, погоди, я там что-то видел. Тут сундук и ноутбук. Толя, надо игровой ноутбук HP Acer 99 Samsung. Хочешь? Нет? Ну ладно, тогда я возьму просто то, что там лежит в сундуке. 2 минуты. Не такой ценой. А какой тебе надо? Ладно, давай я прочитаю, что там написано. Удачи!
Толь, у нас проблемы. Хочу на солнышке лежать, в ноутбуке играть. Что там написано? Там реально жесть. Полная жопа. На, сам читай, в общем. А я пошел в другую дверь. У нас очень мало времени. А это, не могу. Чё ты не можешь? Чё, да? Совсем? Никак? А, точно, ты ж читать не умеешь, ёлки-палки. Давай так, Толь, я тебя запишу в школу русского языка, чтобы ты уже наконец-то научился читать. Все, согласен, по рукам, хотя... в смысле хотя, Толя, мы уже с тобой договорились. Ты уже согласился? Только после лайков. А сколько тебе надо, слышишь ты, малой? Много. 35к. О, 35, так это нормально. 40. 45к. Малой. Все, давай. 35 и наш договор окончен. Останавливай меня быстрей. Сейчас остановлю. 50к. Толян. Все, 55к. Ок. Это что, 55 тысяч лайков нужно поставить, чтобы ты читать научился? Давайте, ребята, поможем Толе. Поставьте лайк на этот ролик, вас же много. Я думаю, вы изи соберете все эти лайки. Ну, получается так. Прямо сейчас ставим лайкос, 55 тысяч набираем, а мы с Толянчиком идем в следующую дверь. Выход выше. Толь, как всегда, ты же малыш. Давай, ты первый. Выход выше. Толя! Толик алкоголик разбился насмерть. Ёлки-моталки, нафиг я его опять послал туда первым? Тут же ловушка! А чё там выше-то, интересно? Да там нифига нет. О, табличка. Нет тут выхода, болван! Ищи другой путь. О, Толя! Ку! Здорово, Толя! А как ты здесь оказался, интересно знать? Ладно, в общем, это... У нас проблемы! В этой двери ничего нет. Доплыл. Понял тебя. Все, давай в следующую дверь, только аккуратно. Ты все-таки первый. Давай, проходи, Толечка. Ой. Че, тут все плохо, да? Рука. Че рука? Череп. Че череп-то? ХЗ. Ёлы-палы, это же... Толя, а я, кажется, все понял. Дело в том, что мы попали с тобой, кажется, во ФНАФа. Толя! Че там такое? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Толя! Погоди, а стой, тут есть игровые автоматы! Может быть, это получится как-то в них сыграть? Может быть, там подсказка есть какая-то? Вот и играй. Да, Толя, ты что, не со мной, что ли? Я попер. Ну, давай. Удачи! Ну что, Толя, допер? Потихоньку, помаленьку, отвали! Не отвлекай, плиз. Да окей, не буду, Толянчик. А, Толь! Чё? Ничего, просто проверка связи. Я просто проверяю, что ты, когда печатаешь, полностью опускаешься по лесенке вниз. Ладно, давай, иди там, в общем, все дело. Я попробую сейчас соточку в автомат закинуть и подрубить его. Так, сейчас аккуратненько. Ну-ка, хопа! Хе-хей, привет, друг! У тебя есть телефон? Или планшет? Все у тебя есть, я-то все про тебя знаю. Ты, наверное, сейчас сидишь и с него смотришь это видео. Подожди, у тебя что, и Майнкрафт на него установлен? Да ты просто мой герой. Почему? Потому что я хочу пригласить тебя на свой топовый сервер ananasmine.ru. А вот его айпишник, вы посмотрите. Там, где написано адрес сервера, вы пишете ananasmine.ru. И все, больше ничего не надо. Как только досмотрите это видео, я вас всех приглашаю на этот сервер. Что это со мной? В общем, ребята, заходите, и после этого видео я тоже буду там на сервере. Вам остается всего лишь нажать на кнопку играть. Ты чё? Там про такой сервак рассказывали, вообще просто про офигенный. Ананас Майн называется, прикинь. Я сам захотел поиграть. Я сейчас возьму телефон тогда, поиграю, что мне. Автомат накрылся медным владусом. Толя, ладно, все, давай, ну у нас же задание. Все-таки я потом поиграю после ролика. Закрывайте за собой двери. Какие двери? Тут нет дверей. Ладно, вот эту закрою. Толя, что? Да там ничего, забей. Иди сам посмотри. Все нормально, там все нормально, все нормально. Руки только ты трясутся после этого. Давай, давай! И как? Не надо мне это скидывать, страхолюдину. Толя, я не знаю, что с ней, короче, делать. Опа, сотка. О, я что, сотку, что ли, выкинул случайно? Блин, прости, Толя, ладно, но ты мне потом отдашь. Слушай, что делать-то дальше, Толь? Погоди, там дверь какая-то есть. Толя, там дверь, Толя. Сиди там. Ага, сейчас. Чтоб я один туда пошел. Не-не-не-не-не. У меня есть мелкий помощник под названием Толик-алкоголик, который мне сегодня пом... Стоять. Я тебе сказал, стой.
Толя, мы для тебя лайки поставили, на канал для тебя подписались, мы даже комментов много написали, помнишь, с дверью коммент писали, это считается? Плиз. Не-не-не-не-не, так лайки это чтобы я читать пошел, так а мы больше чем 55 тысяч поставили, понимаешь? Давайте, ребята, давайте поставьте, подпишитесь на канал прямо сейчас, а то вы еще следующую серию пропустите, нельзя так. Точно? Я проверю. Проверишь, Толя, проверишь, давайте, ребята, чтобы он проверил, там все было. Я знаю число 55к, если что, меня. Меня не надуришь. Ну все, Толя, мы тебя и не дурим. 55 ровно есть. Ладно, Тольчик, давай, ты, в общем, в дверь иди, только аккуратно. Давай, 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 Толянчик. Я тебя не боюсь, дура. Все правильно. Толя? Толик алкоголик разбился насмерть. Не понял. Это ты с ним это сделала, зараза. Ладно, тогда я пойду к двери. Куда он, интересно, пропал? А что за это? Рычаг? И все? О, Толь, здорово, Толя. Ты чё меня так пугаешь-то, зараза? Так, погоди, тут есть рычаг. Давай ты на него нажмёшь. Жмакай, Толя. Ты чё? Воу! Это чё ещё такое было? Толя? Толь, ты здесь, что ли? Что ты опять с фотиком своим бегаешь? Куда мы попали? Хватит меня фоткать и хватит пукать, пожалуйста. Мне просто интересно, что это за дичь? Чё за туалеты? Фу, здесь еще и так воняет. Толь, короче, реально проблемы какие-то у нас серьезные с тобой. Давай пойдем потихоньку, может быть, мы что-то найдем, выход какой-нибудь. Тут табличка. Подпишись или умрешь. Толя, в смысле подпишись или умрешь? Ребята, это походу вам. Это не нам, мы-то видос снимаем, а вот вам можно подписаться. Я не умру. Ага. Ты самый первый умрешь, Толь. Ты как наживка моя. Я тебя буду вот так вот закидывать в жерло опасности. И ты будешь погибать самым первым. Ок, Толик алкоголик покинул игру. Толя! Лайки поставлены. Толик алкоголик присоединился к игре. Вот так-то лучше, зараза мелкая. Что здесь за... Что? Я не хочу в этом участвовать. А я думаешь хочу, Толь? Я сам хочу в деревню нашу вернуться. Я боюсь. Толя, нам нужно держаться вместе, нам нужно пройти до конца это испытание. Ребята, вот посмотрите прошлые серии, вы поймете, о чем речь, если вдруг вы не были подписаны на канал. Короче, здесь странный какой-то туалет. А хавка? Какая хавка? Полянчик, короче, вот тебе 1000, забираю ее, и ты первый, в общем. Да, давай, шуруй. О, хавка. Какая хавка, Толя? Все нормально у тебя? Ты че, Толя, что там такое? Да опять ты мне возвращаешь, Толя. Ну, Толя, успокойся, что ты делаешь, Толя, я понял, что ты туда... Не поймешь, не пойдешь. Это ты сделал? Это кто сделал? Это я сломал? Что такое? What the fuck, Толя? Не я. Короче, давай вместе, в общем, пойдем сюда. О, реально хавка. Слушай, мне очень страшно, Толь. Не очень страшно, я сам не знаю, что делать. Но, в общем, мы сейчас с тобой справимся. О, зрители. Какие это зрители? Ага, зрители. А вот и певец. Музыкальная группа «Подохли». Чё? Какие подохли нафиг? What the fuck, Толя? Что происходит? А может быть тут подсказки какие-нибудь есть? Игрушки, призы, билеты. Это не то. Толя, обернись. О, здрасте. Толя, как думаешь, нам вообще хана уже полная, как бы вообще не поздоровится? Отворяй холодос. Какой холодос, Толь? Нам не вариант в холодильнике прятаться, понимаешь? Мы замерзнем с тобой, Толя. Не-не-не-не-не. В общем, пойдем потихонечку. Я видел там еще одну дверь. Давай за мной, Толя. О, смотри, он снова в виде игрушки, Толь. Значит, все нормально. Нам показалось. Ха, засал, Толя, стоять. Дурак, что ли? Вообще без таких фраз здесь, понял? Нас сейчас здесь порежут и вообще нам хана. Пойдем потихонечку, Тольчик. Давай просто выйдем. Куда выйдем? Нет, нам нужно в деревню вернуться. Из Майнкрафта. Не-не-не-не-не, Толя, смотри, тут дверь. Вход запрещен. И удалим его нафиг. Нет, Толя, я не собираюсь ничего удалять. Давай, ты первый. На 1000. Давай, пошуршал, Толя. Ну чё, ну как? Нормально все? Там никого. Все, окей, тогда. Никого, кроме этой огромной двери. Тут еще одна. Мне кажется, это выход, Толя. Готов, Толя? 1, 2, 3. Ой, Толя?